деятельности по вашему взаимному желанию и согласию в соответствии с поданным заявлением в присутствии свидетелей регистрируется брак Волохонцева Максима Викторовича и Степановой Светланы Геннадьевны. Светлана и Максим, теперь носящие общую фамилию Волохонцевы, не могут задержать радости. Накануне Дня семьи, любви и верности они стали новой ячейкой общества. Выбирая дату свадьбы, сразу решили, что этот праздник принесет их семье удачу и благополучие. Очень интересно, очень празднично. Святой день. Да, святой день. Как бы мы хотим прожить очень долгое время вместе, да. Чтобы у нас была крепкая семья. В общем, мы счастливы. В этот день в Находке образовались 4 молодые семьи. Церемония заключения брака была очень необычной. Для молодоженов приготовили музыкальные сюрпризы и подарки. А от имени Владимира Миклушевского супругам вручили благодарственные адреса. Хотелось бы, чтобы вы связали свой край с нашим любимым городом Находка, с Приморским краем. И даже если вы поедете когда-то куда-то, по крайней мере, этот день, связанный с таким еще замечательным всероссийским праздником, Днем семьи, любви и верности, всегда останется в вашем сердце. Поздравить молодых пришли семьи, которые идут рука об руку уже несколько десятилетий. Супруги Михаил и Софья Макаровы вместе уже 54 года и являются образцом супружеских взаимоотношений. Почетные семьи города были награждены медалями за любовь и верность, а также памятными подарками. Юлия Бернацкая, Олег Бумиструк, Панорама.